приветствую вас, дорогие друзья! Записываю очередной влог, и он будет посвящаться очень важному событию. Не только для моих подруг и для меня, а также для того человека, кому будет посвящен. Замечательному человеку, моей подруге, у которой будет день рождения, и в честь которой мы собираемся устроить сюрприз. Так у нас повелось. В нашей компании, если у кого-то день рождения, мы обязательно что-то готовим. И, конечно же, в секрете. Поэтому сегодня мы решили с девочками встретиться и обсудить все детали, собраться и провести тайное заседание. Оставайтесь со мной, и вы будете в курсе событий. В этот раз что же нам придумать такого интересного? Первое, смотри, давай. Вот, вот так вот. Ставь пропущенное слово. У меня зашифровка будет только вот это. Значит, получается, второе это будет ребус, да? Да. Люди, это такая трудная миссия, да? Всем двойка по математике. У нас не такое прячется. У нас. Нет, мне уже надо выпить водички. Может, уже валидольчика с вами. Валерьяночка. Первое, короче, я еду за Лянкой, ее забираю с плакатом вместе. Миссия начинается. Следующее, мы на обочине встречаем Ирку с плакатом. Мы едем за Ксюшей, все, она там разгадала, потом за Джулией. Джулия тоже свою миссию отдала. Наш план уже готов. Ну что ж, сегодня настал тот день. Сегодня день рождения подруги. Но день рождения выпало на будние дни. И мы решили с девочками, так как все заняты, отметить день рождения в субботу. Сегодня с утра посетила интересная идея, что если сегодня мы внезапно поедем к ней, торт, который мы собирались ей подарить в субботу, подарим сегодня вместе с шарами, с музыкой. Ты моя хорошая. Ой, что ты плачешь? Мы тебя очень любим. Happy birthday, happy birthday. Ты удивляешься, что мы себе тебе букет не вручили, мы сами будем делать.
Как твои ощущения, дорогая? Я вообще в шоке. Попрыскай, пожалуйста. Куда попрыскать? Ну, на букет надо попрыскать. Вообще не надо. Не стоя или не стоя. Дорогая наша Лианочка, вот эти красивые цветы, прими их от всего сердца, от нас. Спасибо большое! Девочки, я очень рада, что вы у меня есть. Такие чудные, такие с приключениями. Вообще, я очень счастлива, я вас люблю. Приехали в великолепное кафе. Она прошла 5 миссий, еще осталось впереди несколько. Комсомнида! Миссия 6-я пришла с куском торта. Так, что это М было? М было, ДСП. Так, значит, все миссии собираем воедино. И что у нас получилось? Это номер телефона! Звоните. Ну, девочки, кто это? Ну, спикер сделай, чтобы мы тоже слышали. Охо-хо! Чукамида! Тансинен! Каду миссионер! Чай мачосмида! Мазимак миссионимида! Я думаю, тот телефон есть. Мазимак миссионен! Ча! Задонча боно! У! Ку! У! Ю! 감사합니다. 감사합니다. 안녕히 가세요. 누구세요? 저는 비밀입니다. 이정.